Паралимпийский чемпион Александр Кузяков выступит на фестивале единоборств, который пройдет в эту пятницу на стадионе «Красная звезда». А его оппонентом станет бронзовый призер чемпионата Европы Константин Бейч. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал первый замминистра спорта Омской области Иван Колесник. По его словам, фестиваль призван показать омичам не просто все многообразие боевых искусств, но и их красоту. Компанию фехтовальщикам составят представители более чем десятка видов единоборств, включая самбо, сумо, ММА и бокс. Площадки для поединков оборудуют прямо в манеже спорткомплекса рядом с главной сценой. Как отметил Иван Колесник, бои будут не только показательными. Спортсмены намерены подойти к выступлениям со всей ответственностью, чтобы заявить о себе. А когда спортивная часть турнира завершится, омичей ждет концерт группы «Бурито». На самом деле «Бурито» сегодня очень востребован популярный исполнитель, и его приезд – это уже достаточно большое событие для культурной жизни региона. Я думаю, просто прийти и послушать музыку в исполнении знаменитого артиста уже здорово. Впрочем, фестиваль боевых искусств – не единственное масштабное событие, которое случится в спортивной жизни Омска. В апреле наш город примет международный турнир по художественной гимнастике имени Евгении Канаевой. Какие сюрпризы ждут омичей на этих соревнованиях и какие звездные гости приедут на берег Иртыша, расскажем сегодня сразу после выпуска новостей.